Здравия желаю, уважаемые телезрители. Продолжаем эксперимент. Вчера, как я передавал по тому ролику, в 2 часа там, сейчас скажу, с чем-то, в 2 часа 31 минуту начал проверять. То есть 14:31. Сейчас 10:40. Вот и посчитайте. 14, значит, 9. Пол первого ночи это было на 10 часов. И еще 10 часов. 20 часов. То есть 20 часов лампа светится, не гаснет. Напряжение упало до 9 вольт, как и в прошлой проверке. Однако лампа не гаснет. Оно как упало до 9, так и стоит. То есть получается у нас КПД такой системы предварительно. Так. Предварительно. Предварительно. Вот она система. Батарея, лампочка. Лампочка. 7 ватт. Так напряжение понижено, то она 5 ватт в среднем. 5 ватт. Итого 20 часов. Считаем. 20 умножаем на 5. 100. Вернее, 20 умножаем на 5. 100 ватт. А потребление у нас было, как я уже объяснял, зарядка произошла в течение часа. И со счетчика вот с этого скрутилось ровно 11 ватт. Я проверял. Разделим на 11. 9, видите, помножим на 100, 909% пока, но она еще не гаснет, то есть может будет и больше, чем вчера. Вчера было 1180%, пока еще меньше. Ну, здесь уже понятно. Проводить дальше испытания уже будем заканчивать. Вот как она погаснет. Еще посмотрим. Вот. А завтра или сегодня и вечером, я думаю, что для чистоты эксперимента, вот эти лампочки, у меня их 6 штук, подсоединю, допустим, 4 штуки параллельно. То есть будет 20 ватт. И посмотрим на мощность 20 ватт. Также зарядим 1 час, 1 ватт. Сколько она проработает? Это будет эксперимент номер 3.